Привет, это небольшой обзор вот такой покупки, сделанной в интернет-магазине GearBest. Это переходник с micro-USB на 8-пиновскую айфоновскую зарядку. Обошлось всего лишь 41 цент, и ссылочка будет под видео. Куплена, получается, в интернет-магазине GearBest. Итак, смотрим, как эта штука работает. Пришла вот в таком пакетике. Посылка. Так, с этой стороны видим micro-USB, а с этой стороны 8-пин зарядка. Итак, вставляем это в iPhone, и тут у меня есть micro-USB кабель. Это дело вставляется вот сюда. Так, сейчас. Оп. И вот, как видим, пошла зарядка. Вот, все отлично заряжает. Думал, конечно, может не подойти, там написать несертифицированный кабель, еще что-то. Вот с обычной microSB зарядки вставил этот переходник. И вот iPhone 6 заряжается вообще без проблем. Вот такая вот штукенция. Куплена в интернет-магазине GearBest. Ссылочка будет под видео. Вот обошлось 41 цент. Также заходите на наш сайтик chinapost.ru. Там вы найдете кучу всяких прикольных обзоров, товаров из Китая, с интернет-магазина GearBest. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Все, всем спасибо за просмотр.